Привет, любители мотоспорта, это обзор экипировки для магазина moto85.ru, а сегодня у нас на обзоре джерси от компании Shift. Они из разных линеек, давайте рассмотрим поподробнее каждую модель. Поехали! Мотоскидки всем подписчикам и участникам группы ВКонтакте от партнера и магазина moto85.ru. Итак, первая джерси, которую хотелось бы рассмотреть, и я сразу говорю, что первая и третья джерси это одна и та же модель, просто различных цветов. Данная модель называется Assault Race 2015 года. Сразу хотелось бы отметить, что это классическая джерси для мотокросса, выполненная из 100% полиэстера, который прекрасно вентилируется и отлично впитывает пот. Воротник данной джерси сшит в форме конуса, и это сделано для того, чтобы он максимально комфортно прилегал к вашему телу и не создавал каких-либо помех во время езды. На манжетах данной джерси присутствуют специальные эластичные вставки, которые отлично фиксируют рукава и не дают им ползти вверх даже при езде на высокой скорости. На джерси Assault отсутствуют какие-либо дополнительные вентиляционные вставки, так как данная джерси выполнена из легкого дышащего полиэстера и в принципе дополнительные вставки здесь не требуются. Но в то же время относительно моделей с сетчатыми вентиляционными вставками, эта джерси чуть более плотная и соответственно чуть более жаркая. С другой стороны, как я уже часто говорил в обзорах джерси, такое решение повышает износостойкость аналогичных моделей и позволяет такой джерси служить вам на протяжении нескольких сезонов. Ну а следующая джерси, которую хотелось бы рассмотреть, это джерси также от компании Shift Racing и называется она Faction Slate 2014 года и относится к джерси премиального класса у данной компании. Если вы гоняетесь за производительностью и стильным дизайном, тогда вам идеально подойдет яркая, красочная, привлекательная джерси Faction Slate. У данной джерси действительно отличные характеристики производительности, обтекаемых форм и повышенного комфорта. Все это вместе образует уникальное сочетание достоинств. Набор дополнительных технических решений от Shift призван повысить комфорт до максимального предела, так как включает в себя продуманную систему вентиляции в совокупности с низким весом и удобным исполнением, не стесняющим движения в области рукавов и воротника. Это джерси для активных спортсменов, которые предпочитают агрессивный стиль езды. Итак, выполнена она из технического полиэстера и внутри сетчатая ткань, которая призвана отводить влагу и обеспечивать отличную вентиляцию. Мультипанельная конструкция данной джерси способствует оптимальной посадке на теле. Многослойный воротник повышает комфорт и производительность. Функциональные легковесные рукава не стесняют движений, оставляя ощущение легкости. Полностью сетчатая задняя панель сделана для максимальной вентиляции. Также хочу обратить внимание, что джерси от компании Shift продаются в комплекте с мотоштанами. Соответственно, подобрать мотоштаны, подходящие по цвету и дизайну, не составит никакого труда. Ну и в заключение мы посмотрим на синюю джерси Assault. В технологическом плане она аналогична черно-белой модели, но имеет другое цветовое решение. И обратите внимание, что в линейке Assault таких цветовых решений достаточно много. Соответственно, подобрать джерси и штаны, подходящие под остальную экипировку, не составит никакого труда. Все эти товары вы можете приобрести в магазине экипировки moto85.ru. Ссылку на них вы найдете в описании к данному видео. Ставьте лайки, вступайте в нашу группу ВКонтакте и будьте в курсе последних новинок индустрии. До новых встреч!